У меня денег столько нет, чтобы покупать женихов. И только знал, он пустая еле насобирали. Папа? Ой, точнее, папа. Ой, дочурка-то, ладно, найдем тебе женишка. Так, кто хочет выйти замуж за эту прекрасную леди? Лес рук. Ну ничего, стража обеспечит желающих. Обеспечит желающих выйти за мою дочурку. Ух, так, так, так. Только смотрите. Так, муж. Богатый должен быть. Так. Ну что ж, по стандартной схеме, по одному ко мне на прием. Так, ага. Вот это урожай. Так. Давайте нам еще одного жениха. Ну, еще одного беду. Так. Молодцы, стражники. Почему-то на богатых мужей вы очень хорошо реагируете. Так, ага. Вот они, три богатыря. Ну что ж, по очереди будем с вами беседовать.